Песни, стихи, рассказы о жизни. В городском театре драмы и комедии пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого. В предстоящие выходные поклонники поэта, исполнители, актера театра и кино соберутся вместе. Встречу посвятят 40-летию со дня смерти Владимира Высоцкого. Мы сделаем такой блок, блоками так будем идти, потому что, ну, невозможно осветить его творчество полностью, все за час, за два, да даже за пять. Мы затронем юмор Высоцкого, великолепный просто юмор, я считаю. Мы затронем его серьезные, так называю в рабочем порядке, серьезные вещи. Это и любовь, это и война, это и философия его жизни. Затронем посвящение. Посвящение, которое он писал, посвящение талантливым людям, уходящим рано из нашей жизни.